Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и в игре SNK Heroines появился еще один DLC персонаж, еще одна героиня, Жанна. Ну, по идее, наверное, это имеется в виду Жанна Дарк, потому что мы видим, что это такая девушка в доспехах с мечом. Сейчас мы посмотрим на ее костюм, ее модель, какие там у нее приемы есть в игре. Вообще, я не знаю, с какой серии игр она является персонажем, гостевым, скажем так. Но есть некоторые подозрения. И сейчас вот мы увидим в костюмах. Итак, тут разные расцветочки, конечно же, вот этих доспехов. Прикольно смотрится, конечно, это дело все. Так, давайте посмотрим костюм 2. Вообще самурайская тема, как вы видите. Выглядит даже как-то побогаче, чем первый костюм. Каждая расцветка смотрится довольно прикольно. Так, и вот третий костюм. И вот тут у меня закрались такие, скажем, подозрения. Откуда это может быть персонаж? Хотя я не уверен в этом, возможно, я совсем не прав. Но дизайн костюма мне прям очень сильно напомнил. Есть такие игры, есть аниме, манго, игры, файтинги, серии Сенсея, там Рыцари Зодиака называется. И вот там реально костюмы были очень похожи по дизайну вот на этот. Особенно последняя часть, которую я как-то... Пару лет назад я проходил на нашем лайв-канале. Прям чуть очень похоже. Но я не помню, вряд ли там была такая героиня, но фиг его знает, короче. Ребят, кто вдруг знает, может быть, откуда это Жанна, Жанна Дарк. Ну, Жанна Дарк — это, понятно, известный персонаж, да. А вот эта Жанна, откуда она взялась? Знаю, что еще была на консоли PSP какая-то RPG Жанна Дарк. Может, это как-то с ней связано. Но, честно говоря... Я не в курсе. Вот, так что, если кто-то вдруг знает, где-то видел, в каких-то играх, пишите в комментариях. Так, ну вот такие тут расцветочки. Все довольно прикольные. Так, ну и аксессуары тут еще какие-то есть. Например, головы посмотрим. Может, что-то, ну, появилось именно с ней. Вместе с Жанной Дарк. Ну, в принципе, все. Так, теперь давайте какой-нибудь игровой режим зайдем. И посмотрим, как все это дело будет играться. Так, битва. Давайте Versus. Так, игрок один. Так, вот она у нас DLC вот здесь вот. Выбор цвета, все дела. Значит, давайте возьмем Скуломанию в напарнице. Ну и против нас кого поставим? Вот этих вот тоже из последних DLC персонажей давайте поставим. И не забываем ставить большой палец вверх под видео, ребята, если вам нравятся какие-то видео, связанные с файтингами, с обновлениями, с новыми играми на нашем канале, чтобы я не забывал их для вас снимать. Итак, во, выход. Персонажи. Боевая система тут довольно простая, вы уже знаете, наверное, смотрели стримы по этой игре. Были несколько стримов, записей.
Есть суперки тут всякие. Вот у нее зонинг есть небольшой тут. Так. Главная такая особенность, тут надо накопить на ульту, когда у противника мало жизни, и типа ее сделать. В принципе, вся механика такая. Финиш шанс сейчас есть, но у нас сейчас... Сейчас не получилось это сделать. Вот, давайте. Вот и вся ульта, в принципе. Так, ну почему-то мы ее не прикончили. Извиняюсь, там вылезло сообщение, что геймпад... У нас, короче, это самое... Геймпад разрядился. Вот опять я попробовал ультануть. Но она все заблочила. И нас уделали. Да, вот тут вот так вот можно весь раунд колбасить персонажа, а потом в конце упустить ульту, и потом тебе ее сделают. Такие дела. Так, ну давайте еще рематч нажмем, попробуем. Как бы тут две варианты ульты у этой Жанны, короче. Одна стоит делать, другая в прыжке. Надо попробовать все-таки сделать, чтобы добить именно соперника. Так, ты что тут творишь-то? Ну вот и все. В общем, такая тема, ребят. Ульта такая у нее, видите, очень коротенькая. То есть нет такого же прям что-то там на весь экран, там красиво что-то наанимировали, как есть у некоторых персонажей. Тут такая вот резко, на раз так резко бьет, короче, красиво, и все. И вот вся ульта. И есть вариация, она делает это дело в прыжке. По сути, то же самое. То есть резкий удар с воздуха и все. Вот, вот так вот вовремя я сделал, и мы бой выиграли. Вот такая игра, ребят. Ну что ж, это был новый персонаж Жанны Дарк. Ваше мнение пишите в комментариях, если вам, конечно, интересно контент по данной игре. Это очень редко бывает на нашем канале. Вот персонаж новый вышел, я решил вам записать такое видео. Что ж, выходим отсюда, ребят. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Нидзука. До новых встреч.